дополнительных денег больше нет. Мы об этом тоже, значит, с Бурковым говорили, губернатором. И губернатор нас уверял публично, что деньги найдет из регионального бюджета на строительство школ. На сегодняшний день мы видим письма о том, что нужны дополнительные средства. Их нет. Я сегодня всем, коллеги, еще раз говорю, мы школы не переносим на 2024 год. У нас есть соответствующее решение президента. Мы только можем перераспределить на другие регионы. Поэтому как губернатор пойдет на выборы с такими долгами, я не знаю. Я бы на его месте по-другому бы поступил. Ну, лично я бы.